Мы едем на Мезмай, чуваки! Природа, встречай! Или что это такое? Это не особо похоже на Мезмай, но, короче, нам еще ехать часов 13 просто. Я не знаю, как это вывести, потому что... 14! У меня уже голова кипит, уже хочется прильнуть к природе! Мы едем на Мезмай, остановились сейчас на заправку в каком-то поле и готовы к новым крутейшим приключениям, потому что... Лето только началось, когда карантин почти прекратился, и мы почти ничего не нарушаем и едем тусить. Go с нами! Так, короче, первая остановка прошла нормально, все живы, все хорошо, едем дальше, еще 14 часов ехать. Листопадом упади, праздничным листом календаря, устели мне путь, помаши мне след. Прости, прощай, привет. Мезмай, ребятки, за моей спиной горы. Я впервые в этом пространстве. Не спали сутки, и пока чувствую себя просто великолепно. Стадо барашков ходит. Тут горы, свежий воздух, все прекрасно. Еще нашли с самого утра магазинчик со свеженьким, холодным диванчиком. Просто божественно. Просто божественно. Сейчас пойдем в горы. Хотела стукнуть кулачком, да, не буду палить свою бутылочку. Вот, посмотрим, что, как здесь. Кстати, перед тем, как мы заселились, нам сказали, чтобы мы всем сказали, что мы кому-то на юбилей приехали, что мы все родственники или парочки, там, я не знаю. Вот поэтому мы такие, типа, полунелегалы здесь во время окончания карантина. Вода очень вкусная, просто нереально вкусная вода, очень крутая. Она
И вот так вот подниматься в горы нам еще сколько, ребят? Дофига. Часа два. Так, идем мы уже примерно час. Господи. Я больше заорала, потому что испугалась. Все хорошо, все прекрасно. Я просто... Хороший.